Наш цикл походов по Николаеву в поисках смыслов подходит к концу. Мы хотели обратить внимание горожан на несуразности и глупости, на которые они себя обрекают, соглашаясь жить в непродуманном и плохо организованном пространстве. Мы хотели сказать, что это вредно для здоровья. Мы также пытались понять, какая мифология определяет расстановку знаков в городе. Завершая наши вылазки, мы хотим поговорить еще об одном явлении – об уличном искусстве, так как верим, что именно в нем Николаев сейчас обретает новый миф, который может сделать город чистым и светлым. Здравствуйте! Здравствуйте, Юрий! Здравствуйте, Александр! Вы меня пригласили сюда, к старому зданию Дормашины. Зачем? Я хочу познакомить вас с моим последним увлечением – с уличным искусством. Угу. Граффити. Нет, это уличное искусство. Ага. Не только надписи, но еще и рисунки. Вот что посмотрите, что здесь написано. Образ города. Ага. То есть вот это хулиганство вы считаете искусством и даже можете в нем что-то разглядеть? Конечно, это очень серьезное искусство и наполненное глубокими смыслами. Вот смотрите. Да. Да, вот если мы сейчас пройдем и постараемся прочитать, что здесь нарисовано, да, и как-то вникнуть в эти вроде бы не очень понятные образы, да, то мы увидим, что очень многое из того, что мы видим, совпадает с тем, о чем мы с вами говорили в наших передачах. Мы с вами говорили о недолюбленности, мы с вами говорили о новых смыслах, мы с вами говорили о хаосе, знакового пространства. Конечно, это хаос, из которого рождается новая форма. И это не просто рисунки, которые прикрывают умершее предприятие. Да? Это рисунки, из которых рождается новая мифология города. Новые слова, новые знаки. Да, и новые смыслы. Смотрите, да, как по-новому здесь заиграл миф о Николаевской невесте. Да. Да, вот да. Перед нами это не женщина-домохозяйка, да, может быть, она менеджер какой-то фирмы, да, может быть, она айтишница. Может быть, политик. Да, а может быть, амазонка, да, а может быть, она киборг, вся в каких-то железячках. И вот эти вот перья, да, которые вокруг нее, да, какую-то энергию такую источает, что, мне кажется, что она может предложить новый миф нашему городу. А что же она так испуганно смотрит поверх очков? Ну, мне кажется, что она оторвалась, может быть, от книжки, может быть, от своего компьютера. Или от бюджета, да, и посмотрела вокруг себя и ужаснулась, да, от того, что она увидела вокруг. Вы знаете... Но у меня нет сомнений, что она такая большая и сильная. Да, что она найдет способ мобилизовать окружающих. Вы знаете, мне кажется, что я понимаю, о чем вы говорите, и я сейчас вам покажу еще один арт-объект, который появился совсем недавно, и мы там сможем увидеть, как все-таки развивается миф о городе Николаеве. Стрит-арт. Вечный эпатаж поэтических отморозков. Стрит-артом по молодости переболело много великих художников и поэтов. В Николаеве это искусство появилось раньше, чем в Одессе и Херсоне. В 1914 году Владимир Маяковский, Давид Бурлюк и Василий Каменский прибыли к нам в город на гастроли. В театре Шефера перед изумленной публикой вожди футуризма провозгласили манифест о демократизации искусств, заборной литературе и площадной живописи. Художники и писатели обязаны немедленно взять горшки с красками и кистями своего мастерства, иллюминировать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов. Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно глубиной мысли великих современников, созерцать цветистую яркость красивой радости сегодня, слушать музыку, мелодии, грохот, шум прекрасных композиторов всюду. Пусть улицы будут праздником искусства для всех.
Однако в 1914 году никто не бросился с кисточкой в руках расписывать Николаевские стены. Околоточные надзиратели следили за порядком. Стихийного художника можно было запросто отправить в участок на съезжу и выпороть для проформы. При большевиках ни о каком стихийном стрит-арте не могло быть и речи. Городские стены – монопольная территория коммунистической наглядной агитации. За художество на заборах можно было схлопотать реальный срок. Новая наскальная живопись появилась в Николаеве 25 лет назад. Поначалу абстрактные комиксы и кадры из трансформеров соседствовали с адресами порносайтов и ненормативной лексикой. Затем появились интеллектуалы, которые грезили наркотическими снами. Потом их сменили брутальные панкушники. И, наконец, пришли аморфные кислотники, заполнившие чистые стены города эстетикой вечной депрессухи. Стихийный стрит-арт Николаева имеет фрейдистскую подоплеку. Анонимные художники выплескивают на поверхность эмоции, не находящие выхода в рациональной деятельности. Здесь есть все. И секс, и утраченные надежды, и стресс одинокого человека в либеральном обществе. Да, очень симпатичные и, главное, добрые образы. Да, вот я хочу сказать, что если сравнивать эти рисунки с теми, которые мы увидели на дормашине, то можно заметить много общего. Во-первых, это все продукт искреннего волеизъявления людей, свободных художников, волонтеров, людей, которые придумывают и делают. И во-вторых, эти все рисунки свободной от всяческой идеологии. От старой советской, от имперской. Они далеки от политики, они далеки от быта. И это делает их такими детскими, такими яркими, такими удивительными. Да, мне кажется, и место для рисунков было выбрано очень правильно, да, потому что вот одно пространство и другое пространство, и оба эти выхода ведут в парк, к воде, туда, где люди могут подумать, отдыхать, просто быть самим собой. А еще вот этот рисунок в переходе, он очень поучительный. Он учит нас, что если положить в базис надежду, добро, мир, любовь и веру, то получим радость, молодость, разум и мудрость, в конце концов. Да, молодцы художники. Но вот развивая этот светлый образ, который мы здесь видим, я предлагаю вам взглянуть еще на один объект уличного искусства, который придает этому новому николаевскому мифу, я бы сказал, такое даже возвышенное измерение. С удовольствием. Подземный переход построен в 1982 году. В нем была острая необходимость. Парк Победы был популярной зоной отдыха. Близость пляжа Стрелка сделала эту территорию самой посещаемой в Николаеве. Люди стремились прийти сюда после работы и приезжали отдыхать на выходные дни. Здесь сложилась настоящая рекреационная территория, которая позволяла человеку снять стресс и негативное напряжение будни. В 1962 году были установлены аттракционы, колесо обозрения, воздушная карусель и самолеты-истребители. Затем построили спортивный комплекс, спортивные соревнования, праздничные гуляния, танцевальные вечера и концерты превратили Победу в настоящий центр культурной жизни Николаева. Тысячи людей переходили по этому переходу 30 лет назад. Он был востребован на все 100. Но парк убили новые ценности. В начале 80-х годов в стране началась третья волна дачного бума. Власти стали раздавать народу сельскохозяйственные угодья. 4 сотки земли и загородный домик – непременный атрибут благополучия городской семьи. Неутолимый частнособственнический инстинкт победил. И коллективный отдых в Парке Победы сменили индивидуальные дачные будни.
Параллельно ухудшилась экологическая ситуация, на городских пляжах купаться стало опасно. Утомленный парк сопротивлялся долго. В смутные 90-е здесь еще устраивали мероприятия на 9 мая и в дни города. Администрация Победы пыталась проводить какие-то общегородские спартакиады, песенные фестивали, но потом и это заглохло. Заглох и переход. Он превратился в отхожее место, обитель бомжей и наркоманов. Эта подземная коммуникация, наверное, умерла бы вообще, но спасли художники. Стрит-арт заставил горожан пристально посмотреть на подземный туннель. Художники расписали хмурые стены так, как расписали. Светлые сюжеты украинских оберегов, символы любви, мудрости и доброты, ангелы с цветами, чистая вода и счастливые лики детей – прямая реакция волонтеров-художников на тот мрак и безысходность, которые царят в нашей жизни. Сегодня древний переход – это антидепрессантный интерьер нашего города. А вот то место, куда я хотел вас привести. Ну, замечательная картина. Художник Мирзоев. Ну, главное, что она символическая. А что именно символическое? А вот как вы думаете, что вот это? Ну, это без сомнения, это подводная лодка в степях Украины. Да? А я думаю, что это дирижабль. Он называется Николаев. Он поднимается в небо. А вот эти люди это кто? А эти люди это мы. Николаевцы, дети, взрослые. Мы с восторгом наблюдаем, как наш город летит. Ну, прекрасная идея. Мне кажется, действительно, наш город давно пора отпустить, чтобы он взлетел, чтобы появилось больше воздуха, чтобы вдохнули, наконец-то, свежего воздуха. Совершенно с вами согласен. И тогда в этом городе появятся прекрасные осмысленные знаки. Улицы, памятники, площади и, может быть, даже дворцы. Ну, тогда давайте пожелаем нашему городу счастливого полета. Давайте, но прежде я хотел бы, шляпы сегодня у меня нет, снять шарфик перед этим изображением. Замечательно. А мы, компания городопов-любителей, прощается с вами и желает вам счастливого полета. До свидания. Тебя обниму, город мой, как ты прекрасен во мраке. Прижимаюсь щекой и никак не пойму твои вечные тайные знаки. О, это пыль площадей, силуэты людей, твоих жителей видели разные. Улицы праздные прячут по норам подвалов тени смешных ритуалов. На булыжном одре спит безумная ночь, а в костре горят дневные печали. И белье во дворе словно птица не прочь улететь, но крылья устали. Слышен цокот копыт, а шлагбаум закрыт. Время позднее, осенью ржавою, дым над державою. И как ни в чем не бывало, сотни пустых пьедесталов. Стене проступает кино обо мне, каким я даже и не был. Я увижу во сне все, что было давно и ушло не в землю, но в небо. На ступенях своих город пишет мне стих, зашифрованный кованым островом. Над полуостровом, как вавилонская башня, символ победы вчерашней.